Сериал, первый отдел, третий сезон 11-12 серии. Анонс. 11-12 серии выйдут 9 октября на телеканале НТВ в 20 часов. 11-12 серии, холодно-горячо, 1-2 часть. Брагин продолжает расследование по делу Радулова. Тому 3 года назад удалось сбежать от ФСБ после убийства жены и 2 охранников. С тех пор его никто не видел, не считая видеозвонков. Проверка в отношении Брагина закончена. Его вместе с Шибановым отправляют в Петровск, где произошло ДТП со смертельным исходом. Находившийся под действием наркотиков водитель не справился с управлением, погибли все пассажиры. Брагин с Шибановым выясняют, что погибший водитель маршрутки перевозил наркотики, которые после ДТП украли местные патрульные, чтобы передать их наркоторговцам за вознаграждение. Во время передачи собровцы всех задерживают, дело закрыто. Каверин требует, чтобы Брагин возвращался в Петербург. Но Юрия смущают показания жены погибшего водителя Рахимы, которая опознала обгоревший труп мужа, но явно что-то недоговаривает.